Еще целый час до концерта, а солигорчане уже спешат занять свои места в зрительном зале. Как оказалось, здесь очень любят Стаса Пьеху и знают наизусть все его песни. Я с тобой, но ветер знает, ты не моя. Осталась только тоньше иния, на ладони линия, старая история. К его персоне всегда приковано огромное внимание. Артист купается в безграничной любви поклонников. Все это показатель успешности и таланта певца. Чем же Стас Пьеха покорил белорусскую публику? Молодой человек очень талантлив, очень красив. И как не послушать и не влюбиться в такого певца? Его обаяние заражает окружающих. Это, наверное, самая главная черта в нем. Ну и, конечно же, хиты. Хиты, которые он дарит. Песни красивые такие. Слушаешь, и вот хочется их слушать. И даже танцевать под них охота вообще. Песни вот. Брутальный, красивый мужчина с красивым голосом. Приятный молодой человек, тем более учитывая его родословную, так сказать. Конечно, очень интересно послушать. Хороший артист, молодой, высокий, красивый. Песен у него хватает хороших. Очень сильный голос, красивый, поэтому пришли с женой посмотреть на концерт. Он много видел, он старается молодежь нашу теперешнюю многому научить. Мы его любим за это. Он такой серьезный, самостоятельный какой-то, не такой, как вот теперешняя молодежь. Стоит отметить, что творчеством артиста уже насладились в Гомеле, Мозыре, Пинске, Жодино и других городах. Солигорск стал 20-м городом Беларуси, в который известный российский певец приехал с юбилейной программой. В репертуаре исполнителя за 15 лет на сцене накопилось много хитов. Большинство из них прозвучали в этот вечер со сцены. Во время концерта Пьеху переполняли различные эмоции. Певец тепло общался с залом, делился своими мыслями о жизни, работе и досуге. Искренне и с огромной любовью Стас Пьеха посвятил песню «Мама» всем присутствующим в зале женщинам, чем и покорил их сердца окончательно. Девушки то и дело поднимались на сцену, дарили цветы и свои нежные объятия артисту. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Специально для солигорчан прозвучала песня на белорусском языке. Этот музыкальный вечер открыл множество граней таланта Стаса Пьехи. Зрители послушали авторские стихи артиста, увидели его зажигательные танцы на сцене. Мужской половине зала очень понравился шансон в харизматичном исполнении певца, а его легкий юмор поддерживал в зале праздничное настроение в течение всего концерта. Девушки из солигорского фан-клуба Пьехи не смогли отпустить популярного исполнителя без подарка. На память о городе шахтеров у артиста остался шоколадно-позолоченный микрофон и щедрые букеты ароматных роз. Любим за энергию, за невероятный позитив, за то, что он народный, настоящий народный артист. После концертов этого артиста на душе невероятное вдохновение, подъем, хочется жить, хочется любить.